большого моллюска. Причем последний больше подходит. Вот в этой конструкции, собственно, сидит командир. Командирская башенка здорово напоминает то, что было у французов на Самуайс-35. То есть взяли командирскую башенку и ее немножко увеличили. Здесь сидит механик водителя, первый наводчик. Второй люк находится здесь, второй наводчик. Не менее интересно построено моторное отделение. Здесь находится дизель Заурер мощностью 300 лошадиных сил. При этом конструкторы сделали так, чтобы можно было максимально удобно открывать. То есть вся конструкция подмоторной плиты — это один большой люк, который в случае чего поднимается наверх, вот этим рычагом фиксируется, все, вуаля, можно дым вынимать. Единственная проблема возникает в том, как его отсюда, собственно, вытащить. То есть вытащить можно только кран, поскольку в отличие от 3-4, который откидывается в борт, в принципе, можно там что-то работать. Здесь придется немножко попотеть.